Салют, 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 салют! Почему так много салюта? Да потому что на этой неделе нам его так не хватало. А еще вам, наверное, новостей не хватало. Их есть у меня сегодня немножко. Участница Парада Победы потеряла туфлю и продолжила маршировать. Успокойтесь, все хорошо. После парада ни один танк в тыкву не превратился. В Госдуму внесли законопроект о закреплении мобильных номеров за абонентами. А менять мобильного оператора можно будет вообще раз в год. И то на Юрий в день. В казанских автобусах будут бороться с пассажирами-вонючками. Решить проблему пота можно только пересадив казанского бомжа на гужевой транспорт. И тогда он гордо скажет: «Да, я на коне». Казанское кафе «Ханума» попросило сетевиков покинуть заведение. И нас попросили удалиться. И знаете, какой у них аргумент? Первый вопрос, они говорят: «Вы сетевики?» И такими словами некрасивыми нас обзывали. Тони Робинсоновцы проводили свое очередное собранице, причем без масок и не соблюдая дистанцию. За что и поплатились? Заслуженно или нет? Узнаем прямо сейчас у казанцев. Антон? Да, Петухов. Отличный вопрос, поэтому я сейчас спрошу у казанцев: сетевой маркетинг — это дерьмо собачье или кошачье? Кошачье. Мне это неинтересно однозначно. Никогда не интересовался, не знаю, честно. Сетевой маркетинг — это круто. Ну, вместе и кошачье, и собачье. Это уж какая-то пирамида, мне кажется, нет? Сетевая пирамида, которая продает туалетную бумагу. Если она будет стоить дороже, чем я в магазине покупаю, то зачем? Что это такое-то? Это был небольшой пробник, ну а полный выпуск вы увидите в «Люди говорят». Следите за Татарстан Ньюс. We'll be right back.